Снос незаконно построенных многоквартирных домов будет приостановлен. Об этом сообщили представители республиканских и городских властей на встрече с инициативной группой владельцев квартир в новостройках. Вице-премьер правительства Гасан Идрисов сообщил, что будет создана межведомственная комиссия, которая изучит документы и соответствие зданий требованиям безопасности. Специалисты проверят качество материалов, из которых построены дома, их сейсмоустойчивость и другие характеристики. Горожан также интересовало, будут ли выплачены компенсации в случае, если их дом пойдет под снос. Решение по этому вопросу также примет межведомственная комиссия в индивидуальном порядке. При строительстве этих домов не было соблюдены требующие законодательства процедуры. Это в первую очередь экспертиза этих домов на сейсмостойкость, на конструкцию и так далее. Это сейчас мы комиссионно будем обследовать. Там, где нет экспертизы, дополнительно назначать экспертизу. И на сегодняшний день, вот то, что мы получили согласие, все действия судебных приставов приостановлены. Дальнейшие эти работы не будут проводиться, пока мы полностью обследование не проведем, комиссионное заключение не дадим.